О, футбол, ура! Бегу, есть, отобрал, Роналдо, ой, в смысле, Евгений! Евгений! Блин, он стрял в него, помогите! Евгений лайфплей идет с мячом! Уже совсем немного осталось, он уже в штрафной! Ну! Ну! Гол! Гол, 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 гол! Нет, это не я. Я против. О, давай, 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 мой хороший! И Евгений лайфплей бежит к мячу! И гол! Нет, не гол! Отпейте Дайкана! Пикачу! Пикачу на воротах! Эмо-версия! FIFA 2017, да. Сюжетный режим. Да-да, просто со скинами от террористов и спецов. Это пас на Петра Дайкана. Дайкана! И мяч у Евгения Лайфплея, он что-то так замешкался. И, в общем-то, он идет с мячом и прямо к своим воротам. Его подопечные не особо понимают его действия. Еще будем играть, конечно же, но тем не менее. Тем не менее, продолжаем у нас футбольный матч ПКС. Террористы против спецов. 3-0 пока что счет. Друзья Дайкана. Петра Дайкана. Дайкана, да, и Пикачу. А я против них, да, так сказать. И сейчас мы наблюдаем за матчем. Вот это Евгений Лайфплей пока что выбрал тактику смотрящего. И сейчас у него мяч в ногах. Все в его руках. Точнее, в ногах. Отбивайте, да, да. Давай, 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 Евгений Лайфплей уже с мячом. И... Тебеску скорость. Еще скорость. Он уже тащит. И идет к воротам. В угол, в угол. Это типа хоккей, да. Но это, в общем-то, другие правила. Евгений Лайфплей по передаче на партнеров. Но партнеры его не понимают. Они выбрали тут делать тебе. И 4-0. Гол, гол, гол. И, в общем-то, нужно ножом. Да ладно, ты серьезно? Только сейчас понял, что да, я только сейчас понял.